Всем хай, с вами Гепардич ТВ, и сегодня по просьбе подписчика Волк против Койота. Погнали к преимуществам Волка. Итак, Волк выше, массивнее, физически сильнее, укус сильнее, больше, телосложение крупнее, кости крепче, укус сильнее. Давайте перейдем, еще он смелее. Давайте перейдем к преимуществам Койота. Итак, койот лучше слышит, а также он длиннее. Давайте перейдем к итогам. Итак, я решил то, что в бою 1-1 победит волк с шансом 90%. Пишите свои идеи для роликов в комментариях, пишите свое мнение. Всем удачи, всем пока.